Всем привет, друзья! С вами снова Аим. А вот еще одна долгожданная домашняя находка наших подписчиков. Это платье моей бабушки. Мне давным-давно отдала его мама. Вот. Бабушку зовут Наталья Шалимова. Вот. Она умерла, когда мне было 5 лет. А моей мама моя с 1912 года. Это фотография моего папы. Это его семья. 6 детей у них, 4 девочки и 2 мальчика. Вот папа был. Фотография где-то 1911 года. Это был очередной выпуск домашней находки. Спасибо за внимание и до новых встреч!